большой привет! Те, кто следит за моим каналом, помнят, что последние несколько видео я посвятила вязанию вот таких вот ковриков. Коврики, дорожки, половички, их можно называть по-разному. Их вяжут в виде вот дорожек именно, то есть прямоугольные такие длинные полоски. Также можно вязать квадратом, можно вязать кругом. Ну, все это вяжется из одного и того же материала. В частности, это вот такие вот клубочки, это обыкновенные порезанные на ленты просто непододеяльники, наволочки также можно. Вот и собственно из них я и вяжу вот эти замечательные вещи. Все они украшают дом, они очень удобные, им э, на них очень любят сидеть, кстати, котики и кошечки, и они очень приятны ногам. Но как оказалось, из этих вот самых ниточек при помощи крючка можно связать не только половички. А можно связать вот такое вот чудо-чудное. Как вам? Нравится? Эта подушка, которая связана также крючком, крючком номер 6, связана из одной большой простыни, детская простыня была, и она была с таким переходом цвета, и плюс там какой-то был рисунок. И как видите, вот такая получилась замечательная подушечка. На ней можно лежать, отдыхать, то есть она как бы не просто декоративная, она может использоваться по прямому назначению. Ну и как декоративная тоже очень красиво смотрится. Как вам такая подушка? И сегодня я хочу рассказать вам и подробно очень дать расчет, как связать вот эту самую подушку. Она не маленькая, насколько вы понимаете, вот я чуть отойду, вот лавочка и вот подушка. Она не маленькая, но если вы хотите сделать больше или меньше, это запросто, просто нужно будет все пересчитать. И вот я немножечко ее украсила, протянула здесь еще ленточку для красоты. Ну, как бы сделала красивое такое законченное изделие. Все, я приступаю к рассказу о вязании. Смотрите, кто увлекается таким творчеством. Итак, прежде чем приступить к самому вязанию, я познакомлю вас с теми материалами и инструментами, с помощью которых я буду вязать. У меня крючок номер 6. Крючок у меня металлический, можно использовать любой другой, какой у вас есть и каким вы привыкли пользоваться. Теперь более конкретно насчет ниток. Нитки у меня непростые, это порезанные простыни, то есть ХБ простыни порезаны на такие полоски, Шириной примерно 1 сантиметр. Ну, бывает чуть меньше. Это зависит от того, насколько у вас просто новая, либо совсем старая. Но совсем старые я не рекомендую использовать, потому что они разваливаются по ходу работы и долго не прослужат. Просто, они, если вам какие-то надоели, вы можете спокойно распустить их на полоски. Я вот режу при помощи ножниц, потому что так не летит вот этот вот ворс тканевый и в комнате становится чисто. Рвать можно, конечно, но рвать, если вы хотите рвать, это лучше делать на улице летом, потому что летит очень сильно. Про это вот часто спрашивают, почему я не рву. Я режу, режу вот по этой причине, что и ровнее получается, и меньше грязи. Так, еще раз, полоски нарезаны у меня из простыней, ну, либо под одеяльников. Вот здесь у меня такая голубая просто с переходом в рисунок. Из-за этого будет само изделие с таким небольшим переходом. Этот клубок также от этой же просто, не только с другой стороны. Вот для одной половинки сердечка, подушки у меня должно вот это все хозяйство уйти. То есть я вам специально показываю объем клубков, которые используются в работе. То есть вам надо получается в два раза больше, чем вот здесь. Здесь у меня, еще раз подчеркну, одна простань порезанная на полоски. Крючок номер 6. Нитки буду наращивать, но я буду называть это нитками, так проще. Нитки буду наращивать в процессе вязания. То есть, смотрите, одну из, один из концов я срезала вот таким вот Острым углом, то есть сантиметров 15. Я ну, взяла эту полоску, которая у меня вот идет, и пополам срезала. Вот получилось у меня конец нитки. С обеих сторон также сделано. И буду их потом сращивать в нахлест по мере необходимости. А в самом клубке у меня порезаны нитки без обрывов. То есть я резала туда-сюда по спирали, как бы это просто получилась целиковая нить. Что я еще рекомендую вам делать в процессе вязания? Так как наша подушка сердечка состоит из двух частей, обязательно ведите записи. То есть, когда вы вяжете первую половинку, первую сторону этого сердечка, вот я уже одно связала, показывать я вам пока не буду, но я вам покажу. Вот специально я завела такие листочки. На одном из них у меня расписан сам принцип вязания то есть что в каком ряду надо вязать чтобы чтобы мне не ошибиться просчитала точное количество все цифры я вам скажу по ходу дела а на другом листочке я просто вязала и вычеркивала ряды и это сделано для того чтобы второе сердечко вторую половину подушки я связала точно так же и ничего при этом не перепутала иначе просто не сойдутся при сшивании двух половинок не сойдутся петли я буду вам показывать и также записывать на всякий случай, чтобы вы э, смогли потом посмотреть. Итак, первый ряд. Первый ряд я э, назову цепочку первым рядом. Так для понимания проще и проще вам будет записать и, и наглядности. Я набираю 4 воздушные петли. Теперь показываю. Набираю 4 воздушные петли. Первую петлю я делаю вот таким образом. То есть делаю колечко, вставляю крючок. И провязываю петельку. Вот не затягивайте туго вот эту самую первую петельку, потому что она нам нужна для дальнейшего вязания. Туго не надо затягивать. Потом стянем. Так, 1, 2, 3, 4. Это первый ряд. Второй ряд. Три столбика без накида и в конце воздушная петля. Я сейчас покажу сначала, потом буду записывать я ввожу крючок вот в эту петельку. Не вот сюда, а вот сюда. Вот первая. И провязываю столбик. Раз, столбик. Теперь во вторую петельку, вот сюда. Два. И последняя, которую я просила не затягивать, третья. 3. Теперь можно подтянуть ниточку немножко. И в конце воздушная петля. Вот так. Записываю второй ряд. 3 столбика без накида. И в конце одна воздушная петля. Но я здесь буду записывать недолго, потому что там все идентично будет, просто начало. Теперь поворачиваем вязание на другую сторону. И я что делаю? Я крючок вытаскиваю и вставляю его с обратной стороны. Ну, не знаю, почему я так делаю, просто мне так кажется, что удобнее. Вот так. Теперь следующий ряд он ряд номер три мы делаем сейчас прибавки то есть по двум сторонам этого сердечка я должна сделать прибавки прибавки делаются по краям то есть ввожу крючок под первый столбик, вот он у меня столбик, и вот сюда, в, этот, вот, вот, в эту дырочку, я ввожу крючок. Протянула петлю и провязываю ее. И провязываю в ту же самую дырочку еще одну петлю. Вот так получается. Дальше провязываю один столбик без накида. Вот. И в конце ряда у меня то же самое должна быть прибавка. Вот она, эта косичка. Вот смотрите, нужно ввести крючок строго под косичку. Вот она из двух таких половинок состоит. Вот смотрите, вот сюда. Вот так я должна ввести крючок вот сюда. Захватываем нитку, и провязываем один столбик и туда же еще один. Вот обратите внимание, вот эти последние петли, они же первые там с другой стороны будут. Вязать надо послабее, потому что иначе у вас край стянется и сердечко получится очень сильно выпуклое, ну и некрасиво получится. То есть как можно слабее вяжите вот эти краевые петли. Вот так получилось. И в конце одна воздушная петля. Все. Записываю данный ряд, получается третий ряд. Я буду рисовать вот так. То есть прибавка, это вот из одной петли две делаем столбика точнее. Столбик и еще одна прибавка в конце. В конце одна воздушная петля. Сразу напишу следующие ряды. Они потому что идентичные совершенно. То есть четвертый ряд будет такой. Прибавка. Здесь уже будут три столбика без накида. И еще одна прибавка на конце. И снова одна воздушная петля. Воздушная петля в каждом ряду, естественно, присутствует. И таким образом, делая прибавки, нужно будет провязать 24 ряда. Я даю вам расчет вот конкретно для этих ниток. Если у вас какие-то другие нитки, либо это у вас пряжа какая-то, то расчет может быть другой. смотреть уже по ситуации. Я вот конкретно про это вам говорю. Значит, 24 ряд провязываем. У него также идет прибавка. Здесь. 43 столбика без накида и прибавка снова. И в конце одна воздушная петля. То есть вяжем вот до сих пор, далее пойдет другое вязание. То есть я отчеркиваю. И сейчас вам буду показывать просто, как вот это все вязание производится. Вы себе это записываете, потому что потом будет вам проще шпаргалка будет под рукой. Так, я провязала ряд, поворачиваю снова изделие, вынимаю крючок, вставляю с другой стороны. Просто так петли не перекручиваются, и мне кажется, так проще, ну, красивее. И провязываю снова из одной петли два столбика без накида. В одну и ту же дырочку я ввожу крючок. Далее у меня по схеме идет три столбика без накида. Один, 2 3 3 столбика без накида и в конце опять я вижу увеличение то есть вот сюда мне нужно ввести крючок под эту вот косичку вот две косички захватила захватываю нитку протягиваю протягиваю побольше потому что послабее надо крайне вязать как я говорила и провязываю первый столбик и сюда же второй столбик все, теперь у меня в середине уже будет 5 столбиков без накида и добавляются углы. Так, не забываю обязательно про воздушную петлю, потому что без нее не повернешь. И снова вынимаю крючок, вставляю с другой стороны и ввожу его вот, вот сюда, вот, то есть вот в это первое отверстие. 2 столбика без накида провязываю в эту дырочку. Я подхожу к, вот смотрите, тоже момент интересный, заодно покажу и его. Я подхожу к месту, где у меня был поворот на ткани, я вот резала, видите, у меня такая вот буква П. Вот с буквой П неудобно, объясняю почему. Вот эти вот углы, которые остаются, они потом будут торчать из вязания. Поэтому я просто пока смотала в клубок, но вообще по ходу вязания я вот эти углы вот таким полукругом обрезаю. Все. И далее э, вот этот вот кусочек наматываю уже руками на саму веревочку, на саму нитку. Сейчас я до этого места дойду и вам покажу. Так, у меня здесь один столбик связан, да? Вяжу второй. И теперь вот оно это попалось, это место. Я его просто вот так пальчиками аккуратно накручиваю на саму основу. Вот так. И придерживая, провязываю следующий столбик уже. То есть так э, нитка прячется в вязании, и она вам не будет нигде торчать. Так, 1, 2, 3, 4, 5. И последнее идет у нас два столбика в одно отверстие. Вот здесь очень трудно вот тут вот косичку бывает подцепить. Тем более нитки все-таки такие довольно-таки твердые. Если старая просто не то она хорошо елозит вот по крючку, а если новая какие-то тряпочки, то тяжелее, конечно. Так, один и два. И обязательно не забываем про воздушную петлю. Все, провязала ряд. Вот такая получается уже заготовочка, такой получается начало. Все, я повернула. Вытаскиваю крючок, вставляю заново и вяжу дальше. Здесь у меня опять 2, здесь у меня уже будет 7 столбиков и так далее, так далее, так далее. Я вяжу вот этот вот угловой, угловой начальный элемент, провязав 24 ряда. То есть 24 ряд мы провязываем. В результате у меня должно получиться... 47 петель, это с учетом 43 в центре, потом вот эти вот прибавочные, вот с учетом них у меня должно получиться 47 петель. Обязательно я вам советую, особенно в начале, проверяйте себя, то есть вяжите краевые прибавки, просчитывайте, сколько у вас здесь. Потому что если вы собьетесь, где-нибудь краевую забудете добавить, у вас собьются цифры. Вы сразу ошибку тогда увидите и сможете ее исправить вовремя. Иначе будет просто неровно и криво. И обязательно записывайте для себя вот таким образом. Вот я провязала ряд и вычеркиваю, чтобы просто не запутаться в количестве рядов. Нам надо сделать 24 ряда. Вот я довязала 24 и отчеркнула его, что у меня как бы этот этап закончился. Очень удобная такая шпаргалка получается. Советую. Я вам показала, как я закручиваю ниточку, когда у меня она разрезана целиком, но из двух частей состоит. А вот теперь смотрите, как я соединяю две части. То есть вот у меня кончилась одна ниточка. Я беру примерно сантиметров на 15 и срезаю вот так вот по конусу половинку вот этой ниточки тряпочки. Вот так раз. И вот вторая, которую я надставляю, также я ее срезаю от половинки и постепенно ухожу. На целиком ну сантиметров тоже 15 примерно вот такие два хвоста получаются но у меня сейчас осталось тут довязать буквально один столбик с накидом и я буду соединять покажу вам как так я последний столбик с накидом точнее без накида довязываю то есть я вот увеличила здесь далее воздушная петля у меня идет Конечно, очень неудобно, если кончается нитка в конце ряда, но вот что, что есть. И вот теперь смотрите, вот она у меня, эта нитка, и вот я накладываю на нее сверху вторую нитку, немножечко завожу ее сюда, чтобы пальцем придержать. Вот две нитки у меня в одном месте. Теперь я провязываю два столбика без накида, вот использую сразу две нитки. Вот так. То есть достаточно буквально двух вот таких столбиков, чтобы нитка зафиксировалась, и потом никуда она уже не убежит. То есть никаких узлов я не делаю, все очень получается чисто аккуратно, и в работе эти вот концы вообще не видны. То есть я вот вижу дальше. И вот эти нитки, которые у меня торчат, вот. Я просто заподлицо вот так обрезаю. Они никуда не денутся, не бойтесь. Но ну, здесь у меня прям даже вот она завязалась в вязании, но ну, вот хвостик все-таки есть, я его отрежу. Все. То есть, вот так получается наращивание нитки, если у вас нитки порезаны по, ну, по кусочкам, и если у вас нитка порезана с поворотом, как у меня в первом варианте, то вот рекомендую делать, как я вам показала. Я провязала 24 ряда. В результате у меня сейчас вот эта последняя линия. Здесь 43 столбика без накида. Две прибавки по бокам. И все. Соответственно, 47 столбиков или петель вот на этом ряду. Вот такой треугольник. Теперь мы вяжем прямоугольник. То есть от краев мы идем вот так. И таким образом вяжем с 25 ряда по 54 ряд и вяжем их без прибавок то есть все столбики без накида и в конце воздушная петля я сейчас покажу начало как это все делается соответственно все остальное будет точно таким же образом значит в конце ряда я провязала воздушную петлю не забываем про это вот она у меня поворачиваем вязание И вот здесь, вот она первая дырочка, в которую я вязала прибавку из двух столбиков. Теперь я вяжу просто один столбик и все. И вяжу дальше уже ряд. То есть больше вязать прибавок не нужно. А также, смотрите, можно вязать нитками разного цвета. Я вот забыла сразу сказать про это. То есть это же у нас просто не, они могут быть цветные, можно вязать полосочками и будет, кстати, очень симпатично. Делая видео по поводу прямоугольной части вот этого сердечка, я все-таки немножечко ошиблась. Записала правильно, но вам, к сожалению, дала неправильные цифры. Вот здесь я ошиблась. Не 54 ряда, а 44 ряда. 54 – это суммарно на все вот это сердечко у меня имеется в виду. И я вот совершенно случайно вам написала неправильно. То есть вяжем с 25 -го ряда прямоугольник до 44 -го включительно. И с 45 ряда уже делаем убавки. Убавки, вот я имею в виду вот эти две части, вяжем их по отдельности, они вяжутся. И вот именно здесь начинаем вязание с этого места, то есть вяжем в эту сторону, вяжем половинку вот эту сначала, и здесь уже будут как раз убавки. И это 45 ряд. Сейчас покажу подробно, как его вязать. Итак, я заканчиваю 44 ряд. Вот последние петельки провязываю, вяжу одну воздушную петлю и поворачиваю на другую сторону вязания. Теперь нужно вывязывать вот эти два полукруга, то есть макушки у сердечка. Uh, у нас сейчас здесь 47 столбиков. Я должна поделить этот вот ряд пополам и найти центральную точку. Для этого я считаю, значит, 47 у нас, значит, 23 и 23, и центральная будет точка. Uh, отсчитываем вот эти вот дырочки. Вот, самая первая хорошо видна. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. И вот 24 четвое. Я сюда надеваю маркер. Это центральная точка, центральная петля, которая у нас общая для обеих половинок. Будет. Имейте вот это в виду. Обязательно пометьте, чтобы не запутаться. И начинаю вязать убавки, начиная с правой стороны ряда. Надеваю на обратно крючок и вот как это вяжется. Я провязываю, вставляю крючок в первую дырочку вот сюда, вот она, оставляю петлю на крючке, не провязываю дальше, вставляю во второй и вытягиваю. В итоге на крючке у меня три петли и их я провязываю вместе. Первая убавка в этом ряду сделана. Далее я вяжу весь ряд обыкновенными столбиками без накида до конца. И в конце буду также делать убавку. Сейчас покажу, как она делается. Это идет у меня 45 ряд. Я повторюсь. 45 ряд для вот этой половинки сердечка. Записываю также и помечаю. Значит, смотрите, вот я дохожу почти до конца. Вот у меня осталось буквально здесь вот одна, две и там третья. Эту я провязываю как обычно столбиком без накида. И далее две последние дырочки. Эту провязываю оставляю здесь. И вторую провязываю вот так. То есть в ту самую дырочку, которая у нас помечена, вставляю крючок, вытягиваю петлю и провязываю три вместе. Вот. Сделана убавка этого ряда с левой стороны. Все. Далее провязываю воздушную петлю и поворачиваю вязание на другую сторону. То есть конец ряда я не довязываю, там будет вязаться вторая половинка отдельно. Вот у меня опять начало ряда, и я вяжу снова убавку. То есть убавки мы делаем в начале и в конце каждого ряда. Вставляю крючок в первую дырочку, провязала, во вторую провязала и три вместе. Все. И это пошел 46 ряд. Помечаем вяжу ряд до конца и в конце ряда делаю снова убавку я подхожу к концу ряда этого покажу еще раз и далее будет все аналогично вязаться до самой макушки осталось три петельки я эту провязываю и далее две вот петельки две дырочки в предпоследнюю петлю вытягиваю и в последнюю вот эта косичка которая вот она я вытягиваю петлю и теперь на крючке 3 петли провязываю их все вместе все вот убавка сделана дальше я провязываю как обычно в конце ряда одну воздушную петлю и поворачиваю вязание все Далее снова убавка и в конце ряда убавка. И так вяжем до конца. Как делается последний ряд, я вам покажу, сколько там осталось, останется петель, скажу обязательно. И вот как заканчивается макушечка, на каком этапе. Вот смотрите, у меня осталось вот несколько петель. Смотрите, как ориентироваться. Провязываю убавку. Вот она, Одна убавка. Далее вяжу два столбика с накидом. Один, два. И еще одна убавка в конце ряда идет. Все. На этом закончили. У меня здесь остается 5 косичек. Раз, два, три, четыре, пятая на крючке. Все, теперь я провязываю вот эту последнюю петлю вот таким образом. Нитку вот эту обрезаю, обрываю, как у вас там получается, подтягиваю. И вот этот вот краешек, эту нитку точнее, нужно теперь запутать в вязании, чтобы она у нас зафиксировалась и никуда не убежала. Теперь начинаем вывязывание второй части верхушки. Вот у нас помеченная петля, помеченная дырочка точнее. Маркер можно вытащить. Отмечаю крючком пока. Беру нитку и э, немножечко длин, длинный хвостик оставляю. Начинаю вязать вот с длинного хвостика. Э, захватываю крючком эту нитку. Провязываю первую петлю. Далее провязываю воздушную петлю. Вот. Теперь снова ввожу крючок в эту же дырочку, провязываю вторую петлю. Вот так. И в следующий столбик ввожу крючок, провязываю третью петлю. Вот у меня в итоге три петли на крючке. Провязываю их вместе. Вот я сделала первую убавку данного ряда. Он 45-й. Соответственно, если вот по этому ориентироваться, можете записать так. И далее вяжу уже все точно так же, как вязала в той части сердечка. Далее процесс показывать не буду. Здесь совершенно все точно так же, как и у той половинки. В последнем ряду у вас должно остаться 5 вот этих косичек, то есть 2 убавки по краям, потом 2 столбика и... Все, на этом ряд закрывается, нитку запутываем. И вот в результате работы вот такие две запчасти от подушки у меня получились. Осталось его только обвязать, то есть соединить обе детали и обвязать краешек, и потом наполнить каким-то наполнителем. И вот теперь наступает самая сложная для меня, по крайней мере, часть – соединение двух половинок. Здесь, если вы вязали все правильно и четко просчитали ряды, должно все совпасть. То есть смотрите, что я имею в виду – вот перекладинка, перекладинка, петелька, петелька. Петелька, петелька. Опять перекладинка, перекладинка. То есть, вот ориентируйтесь, вот состыковать вот эти вот э, явно заметные детали. Но у меня тут пестрые нитки, поэтому плоховато видно. Здесь у меня идет 5 косичек, вот они. И, соответственно, здесь я должна соединить ровно-ровно. То есть, вот перекладинки, вот косички. То есть, я буду протыкать крючок вот так. И, соответственно, вот здесь, ну то есть вот, чтобы вот так все это совпало. Начинаем вязать с того места, которое как раз вот была. Я помните, говорил, оставьте нитку. Вот этой ниткой я и буду начинать вязать, чтобы здесь ничего не привязывать. Она у меня уже есть. Вставляю крючок с лицевой стороны вот в эту дырочку среднюю вот так. И нитку протаскиваю сюда. Далее провязываю воздушную петельку одну. Вот. И вот теперь нужно найти ту самую первую петлю, которая будет провязываться. Обязательно смотрите постоянно вот на эти перекладинки. Они для ориентира очень, очень хороши. Вот они, поперек которые. Они должны у вас ровно-ровно совпасть друг с другом. Вот я сложила. Я почему это объясняю долго, потому что здесь на самом деле непростое соединение. Вставляю крючок вот под первую перекладинку вот сюда. И, соответственно, мне надо там его также вставить, чтобы эта вот первая петля у нас была зафиксирована хорошо. Провязываю. Далее вот тут такие косички идут вот с этой стороны вот она косичка то есть я вставляю не в целиком косичку а вот в, ну в одну из половинок этой косички можно вставить крючок в две если у вас получится это тут все довольно таки непросто и еще непонятно куда чего делать поэтому Ориентируйтесь, короче, по вязанию, но вот придерживайтесь того, что надо обязательно соединить все петельки и одного, и второго полотна. Петельки должны быть одинаковыми. Если у меня сейчас нитка еще кончится, к тому же. Вот они, перекладинки, вот на них ориентируюсь. Вот одна и вот вторая. Соответственно, после них я вставляю крючок сюда и сюда. Так, и мне надо нарастить нитку. Опять же, очень неудобно показывать это все на камеру, потому что вязание от меня очень далеко. И мне совершенно неудобно. Надо на коленках все это вязать, конечно. Тогда все будет проще. Так. Соединила, смотрю дальше. То есть каждый шаг у нас идет ну, с трудом. Ну что делать? Зато будет хорошо. То есть симметричные косички соединяю. И вот так получается. Здесь все будет аккуратно, когда вы свяжете дальше. Главное просто вот очень внимательно все просматривать. Это у нас лицевая сторона, разумеется. Выворачивать ничего не будем. Поэтому аккуратно все вяжите. Я вот не знаю, вам Понятно, либо нет, но ну, в общем смотрите там по ситуации, за какую петельку хватать, они должны быть именно вот симметричные, соединены между собой. Объяснить это совершенно тут нереально, это просто, ну, неудобно и, и не видно. То есть ориентируйтесь вот на это объяснение, что надо соединить две косички. Вот так я вам скажу. <с> сложно, <с> <с -2> сложно. И вот на эти перекладинки, главное, ориентируйтесь, они вам покажут, куда нужно э, вставлять крючок, чтобы соединить. И так далее я вяжу по всему кругу, соединяя вот две детали между собой. К сожалению, лучше показать не могу, потому что очень непросто <laughs> все это дело. Ну, надеюсь, понятно суть. И все-таки покажу еще раз, может быть, здесь будет понятнее. Вот я просто вышла на прямой участок, вот эта боковина, квадрат как раз. Смотрите, что мы соединяем. Вот у нас эти перекладинки для ориентира, о которых я говорила, вот они. Здесь, 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 здесь. То есть я вставляю крючок в переднее полотно. Вот после перекладинки вот такая есть петелька, вот она. И, соответственно, я ищу такую же петельку здесь. Вот перекладинка, а вот петелька. Вот сюда я вставляю крючок. Захватываю нитку и провязываю. Это первая петелька после перекладинки получается. И далее вот еще следующая пара перекладинок. И вот здесь вот нитка, вот она. То есть вот ориентируйтесь вот на этот момент. То есть между перекладинками нужно у вас, чтобы получилось две вот эти петельки, два захвата. Вот так. Все. Надеюсь, так вот здесь понятнее, потому что там все-таки такой поворотный еще момент – там плохо это все видно. Вот опять же, смотрите, вот перекладинка, под ней петелька. Перекладинка, под ней петелька сразу. Захватываю. И вяжите здесь послабее, чтобы здесь ничего не стянулось у вас. И вот следующее, смотрите. Вот перекладинка, перед ней петля. Вот она. И, соответственно, там я ищу петлю. Вот она с той стороны должна быть. Вот она. Вот, надеюсь, тут немножечко понятнее все-таки будет на прямой на этой. Потому что все участки вязания разные, и надо ориентироваться именно по ситуации уже. Старайтесь, чтобы у вас получилось по два захвата между вот этими перекладинками. Тогда будет все равномерно, полотно будет равномерно вестись. Ну и так далее. И до конца мы не довязываем круг, потому что нам надо ставить небольшую дырочку для того, чтобы набить туда наполнитель. То есть не забудьте про это. То есть довязываем где-то вот... Ну, вот до сюда, наверное, вот до сюда. И вот этот кусочек я оставляю, через него набью, потом буду его уже довязывать. Итак, потратив почти два часа времени, ну не два часа, а может поменьше, конечно, я обвязала все сердечко по кругу. Очень тяжело вязать, потому что ну, совершенно туго петли некоторые затянуты. Вот, ну вот эти углы еще немножечко так вот торчат, но я думаю, что что набив сейчас сердечко вот этим вот синтепоном, у меня все это выправится. То есть надо набить так, чтобы все это вот руками распределить равномерно, и чтобы все выправить. Я набила подушечку синтепоном. Вот теперь немножечко вижу, что можно было вот здесь вот эти вот кусочки сделать на один ряд поменьше, потому что ну, вот на данной нитке немножечко торчит, такие ушки получились. Можно сделать меньше ряд и будет лучше. Также вот здесь в самом начале у меня вот такой получился хвостик. Ну, в принципе, он нормальный. Но тоже можно начать не с четырех петель, а с одной. То есть сделать более узкую такую макушечку. Вот берите мои вот эти замечания на вооружение, потому что... Я вязала в первый раз, а вы уже по моему опыту как бы. И еще что хочу сказать. Вот эта прямая у нас, которую мы вязали. Здесь в середине всего вязания можно было сделать еще пару рядов расширения. То есть добавки вот такие, как я делала здесь. Тогда оно было бы более такой, вот, ну, на сердечко похоже больше. Оно в принципе и так похоже, но тогда было бы еще лучше я довязала до конца, закрыла вязание, закрыла вот эту вот дырку, которая у меня оставалась, закрыла ряд. И теперь я хочу связать еще один ряд обыкновенными столбиками без накида, чтобы вот эта каемочка у меня стала побольше. И, возможно, она немножечко мне выправит вот эту ситуацию с квадратными сторонами. Опять же, эта оборка будет посимпатичнее, мне кажется. Делаю. Значит, я вяжу воздушную петлю, очень здесь вот неудобно, конечно, в этом углу. И дальше просто вяжу обыкновенные столбики. Я вам показать даже не могу, потому что мне тут неудобно, жутко причем. Коленками держу всю эту конструкцию, Ой, но она очень сильно вылезает. И просто столбиками без накида вяжу ряд по кругу. И потом будет еще один заключительный ряд, который как раз вот сделает э, законченность всей работы. В принципе, надо было его сейчас вязать, но я посмотрела, и мне показалось, что вот этот вот ряд просто столбиков здесь э, не будет лишним. Мне кажется, с ним будет лучше. Вот эта каемочка будет просто пошире. И, наконец, последний ряд всего вязания. Я буду показывать его вот на ровной гладкой линии, потому что там вначале вообще нереально показать, неудобно. Принцип очень простой, поэтому тут все понятно. Вначале просто замыкаем предыдущий ряд, как обычно, полустолбиком, и вяжем две петли воздушные для подъема. Вот как будто бы это, это место вот здесь, как будто бы представьте себе. Вот две петли я вяжу воздушные. Раз, и два. Далее ввожу крючок в очередной столбик под столбик провязываю петлю и сразу же протаскиваю ее вот сюда то есть сразу закрепляю вот получается такая петля опять и снова две воздушные петли В следующую дырочку ввожу крючок вытягиваю петельку и протаскиваю снова сюда все вот он принцип снова две воздушные петли и так далее. То есть очень простой принцип, но получается очень такая симпатичная бахрома по краю с небольшими зубчиками. Ну, их тут, конечно, на, таком, на таких нитках плохо видно, но тем не менее они есть. И вот эти зубчики придают такое вот, ну, красивое такое окончание данной работы. Тем более, если по цвету подобрать вот этот вот последний ряд окантовочку, можно вообще поменять нитки и сделать каким-то другим. Будет тоже очень красиво. Надеюсь, вам было понятно. Вот. Сейчас я все это довяжу, закончу и покажу вам уже, что у меня в результате получилось. Еще я решила сделать последний штрих. Думаю, что перебора при этом не будет. Но вот без веревочки край выглядит вот так уже красиво, уже практически выпрямился вот здесь. Но я почему-то подумала, что будет интереснее, если вставить, вот я отрезала розовую такую однотонную ленточку, шириной примерно в 2 сантиметра, и вот на иголку нанизала ее, и прошиваю вдоль столбиков первого самого ряда, то есть пропускаю нитку через вот эти столбики. Вот так просто протаскиваю и все. То есть это не шью, а просто протаскиваю нитку. И сейчас это все сделаю по кругу. Мне кажется, так будет интереснее. А вот здесь завяжу какой-то маленький такой бантик. Но это можно вытащить, если не понравится. Так что это как бы идеи уже дополнительные. Можно оставить и без этого. И вот такая замечательная подушечка у меня в итоге получилась. Лично мне очень-очень-очень нравится. Я даже не ожидала, что будет такая красотень. Вот смотрите, эту веревочку я вставила вот здесь по краю. И она, кстати, мне очень сильно помогла. Она стянулась немножко, я ее стянула. И она придала вот именно сердечку ту форму, которая, собственно, и должна быть. Вот эти углы, которые торчали, заметные были, ушли. И стало все хорошо. И здесь вот тоже стало хорошо. Наверху. То есть вот так. Ну, здесь я бантик такой прилепила. Как бы можно без него, конечно. Ну, пускай будет, ладно. И вот все, на этом я видео заканчиваю. Надеюсь, вам было все понятно. Но самый сложный этап, как я говорила, это вот сборка двух половинок. Соединяются они несложно, просто очень-очень долго, очень муторная такая работа. И вот такое сердечко. Оно двухстороннее, как вы видите. Можно на любой стороне спокойно прилечь, отдохнуть. То есть это не только декоративная подушка, это подушка для отдыха какого-то. Вот она мягкая, хорошая. Все, на этом я заканчиваю видео. Всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мои каналы на YouTube и на Дзене. Все. Буду всех дать.